Всем привет, с вами Кмар Виталий. Я вам уже показывал, как я делаю подобных этих вещей. Это переход, а это вклеп. Это я уже показывал. Сейчас я вам хочу показать, как сделать полуотвод. Диаметр у меня 186. Значит, развертка ее должна равна быть 602 вместе с припуском. Нам нужно таких две части. Видео я обрезать не буду. Все как она есть, так и будет. Перематывайте кому что как надо. Вот, высота срезки будет составлять 186 разделить на 2, это 93. Так, чтобы было удобнее, мы высоту срезки откладываем здесь. Пускай будет 100. Не 100, а чтобы срезать можно было. Ну, тут уже 93. Расскажу, это не тот способ, который позволяет чертить все это очень точно. Это просто для того, чтобы сделать. Надо оттуда вот отсюда. Пожалуйста, можно сделать. Телефон висит, не видно. Здесь 6 миллиметров, с другой стороны 12, то есть ширина фальца. Шесть миллиметров, 6 на 3, получается 18, получается 12 плюс 6, 18. Так. Теперь 93 делим пополам. Это получается у нас 45-41 с половинкой где-то. Так, теперь еще 602 минус 18. Открывайся, зараза. Кузьмич еще гавкает. Кузьмич, это собака у меня. 602 минус
18 и разделить на 4. 146. Откладываем с этой стороны 146. И с этой стороны укладываем 146. 146 откладывается от края черты. То есть от чистой развертки откладывается. Так. Теперь что? У нас есть такое число, то ли 28. 0,28 мы умножаем на диаметр 186, и у нас получается 52 миллиметра. И вот здесь вот мы откладываем 52 миллиметра в одну сторону и в другую сторону 52 миллиметра. Также поступаем здесь внизу. И 52. В другую. Здесь только не перепутать, главное, с чертой, которая посередине. Нам нужно соединить крайние. А вот эту черту соединяем с серединой здесь. Видно вам, нет, но начертание — это долгий процесс, делать гораздо быстрее. Так. Теперь у нас есть циркуль, 52 делим пополам, это у нас получается 26 миллиметров на циркуль откладываем. И готовим, как говорится, черточки для мостика. Здесь. Ребят, если хотите вы подробную инструкцию по такой штуке, набирайте 100 лайков, я вам целый фильм засниму про эту ерунду. Начертания, способы начертания разверток. Их очень много. Я за ваши лайки вам все расскажу. Всего-то 100 штук наберете лайков. Проблем нет. Все делаем. Вот где-то у меня линейка покороче была. И теперь соединенные черты, то есть насечки, соединяем. Здесь пополам тоже. И сюда. Этот метод называется построение развертки мостиком. Это довольно-таки просто. Заморачиваться тут нечем. Все можем вырезать плавненько. Ножницы простые, без всяких этих. Другими мне просто резать неудобно, что-то сказать. Если хотите
хотите, чтобы я все это подробно вам рассказал, что как делается, ребята, 100 лайков. Расскажу вам все способы построения разверток, которые я знаю. В данный момент это самый простой способ построения развертки. Примерно где-то градусов 40-45. Я, честно сказать, даже не знаю, сколько точно здесь. Так, вот получилось такое вот изделие. Сразу же по нем я сейчас черкну и другую, которая разведка на 6 миллиметров больше. Так, 188 умножить на 3,14 и плюс 18. 608 на 6 миллиметров. Это можно на это внести. Такая большая штука. Да здесь я просто прикладываю более-менее, чтобы ровненько было. 6 миллиметров не особо такой разбег большой. Здесь точность особо такая не нужна. Все равно складываем.
начинаем заготавливать здесь. Если вы очень хотите, я вам все покажу, как это все делать вручную полностью. Сейчас я фалец буду изготавливать на своем станке. Уголки срезаем, чтобы они нам при вальцовке не мешали. Все, это я сейчас установлю. Или показать, что ли, вам, как это все делается. Давайте покажу. Я это уже показывал, но... Вставляем черту на уголок. Видео фальцев у меня есть. Такой фальц можно заготовить любой длины. Жарко с утра стало. С утра к обеду уже. С одной стороны простукиваем. И другой. Вот он весь. Это все прошли. Так, вот. То же самое делаем с этим. В конце видео я оставлю заставки, что как что делается. Вы там смотрите, сможете видеть все конкретно. Это значит два способа построения перехода и как делать фальц. Ссылочки на видео будут в конце.
желании, если есть металл где-то в гараже, то сделать такую штуку без проблем. Металл закрученный. Вот. Нам остается это все в кучу. Сейчас я это на листогибе своим согну и получаются такие заготовки у нас, которые необходимо так сбить. Так, иду сбивать. Такая штука. Thank you.
Вот теперь нам остается вот так. Да, такая штука. Сейчас я его сколачиваю. И видео, я думаю, можно включить. Потом я вам покажу, что получилось все в целом. Так. Это ширина фальца причерчиваю также циркулем. Так не видно. Кстати, в коленах есть небольшая хитрость, как сделать отбортовку верно. С вас лайки, не знаю, что покажу. Лайки назад, какие-то лайки. Первый полез. Черт. Порезался. Блин. Интересно, в Ютубе кровь показывать можно? Как? Вот такой вот херней страдаете, режетесь, кровью капаете. Ну, делайте. Сколько лет уже с металлом работаю? Все равно нет, но режешься. Все руки изрезаны нахрен этим металлом. Ну вот, черновое на это закончено. Берем следующее. Тут уже у нас 12 мм. Там 6 мм. Здесь 12. Чтобы пополам положить. И сделать шовчик. Чем больше диаметр трубы, тем больше ширина поперечного фальца.
не этого, это продольный палец, а поперечный. То есть если сделать трубу, например, на 300, на 400, там уже 8 миллиметров. Даже на 400, наверное, уже весь сантиметр. И нет, 8 хватит. Если вот этот стук слышать не хотим, берем и перематываем. Крыть сколько? Хорошо упрощено. На широкой отбортовке уже удар посильнее должен быть, не как там. А уже действительно металл нужно плющить, чтобы длина развертки здесь удлинялась. Раз когда прошли, уже второй раз проходить гораздо легче. Можно где-то что-то и подправить под черту. Чем сильнее хотите отогнуть отбортовку, то удар должен быть, соответственно, сильнее. Но в меру, чтобы не рассечь металл. Вот здесь вот мне нужно сейчас бортовать немножко с запасом, то есть пройти еще раз, чтобы можно было завалить ее сюда. Теперь все. Вот, теперь у меня есть специальная правка. Камеру поправим. Пик. Как-то так. Итак, вот так. Во. Во, краешек видно, видно. На данный момент мне нужна вот эта штука. На ней я буду делать отбортовку. Продолжать делать отбортовку. Надо камеру еще сюда. Тихо, не болтаться. Во, так нормально должно быть. Правильно? Будет. То, что я сейчас буду делать, можно сделать аккуратненько, также на трубе. У меня где-то видео об этом есть.
делаем отбортовку посередине. Как там вам смотреть, не знаю. Но говорю еще раз, хотите все подробно, все прям в деталях, ребят, с вас лайк, 100 лайков с вас, и я, можно сказать, об этих отводах сниму целый фильм. Во всех нюансах, обо всех способах, какие косяки могут быть. Раньше вот эта вот профессия приносила бешеный доход. А сейчас вот этого не доход, а куча ушей. Подготовили, уже не текет. Это хорошо, что не текет. Должна выглядеть отбортовочка, то есть все должно быть на одной линии. Так, а теперь что, надо трубу. Что у меня сегодня настроение прошло, да? Так, а теперь это надо все показать в более большом кадре. Да? Так, ладно, сейчас я сначала наживлю всю эту фигню. Как то. Так, иди сюда. Я, блин, горелый. Так. Я хрен знает, что у меня за фигня получается. Я не таскал. Значит, надо соединить вот это с этим. Сейчас я наживлю все это аккуратненько. Дура примерно получается. Нажимаем. Блин, стрейнить это вообще не при этом. Ладно, еще покажем вам сюда. Я ни хрена видно не будет. Кусочек видно будет, да.
Ой, так, теперь же надо как-то трубу показать. Как бы я мне показать-то? Так, ребят, съемочка мне прервалась. Немножко задел. Теперь заваривать всю эту фигню. Валяться, заваривать. И душа поест. Скажу сразу, если смотрит знающий жестянщик, он сразу скажет, что способ неточный. Так делать уже нельзя, лучше на программе. Ну, я делаю так. Теперь мы вверх просто обжимаем и все. О, как хорошо получилось. Теперь гребень ущеляем. То есть ущеляем, это мы его немножко сюда наклоняем. И он тяжелее идет на разрыв. Так, ну вот. Сейчас я сделаю вторую и все вам уже покажу в сборе. Вот такое вот безобразие у нас получилось. Здесь вход, здесь выход. Вот. Штука здоровая. Так, все, подписывайтесь на канал, не забудьте ставить лайки, 100 лайков, и я вам расскажу, как делать отвод из любого количества частей, и все способы развертки расскажу.